Тут у меня была такая вот дикая вишня здесь. Она цветет, но эти вишни какие-то чуть-чуть горькие, или даже не горькие, а такие кислые. Вот я взял вот эту вот верхушку от этой черешни и вот сюда ее привил, ну, неделю назад. Ну, интересно, вот здесь вот уже почки зеленеют, и там тоже. Здесь пока нет. Ну, если даже вот этот и вон тот вот вылезут, это вообще будет нормально. С яблоней пока все пока никак. Вот яблоня, вон там еще, вот здесь с яблоней пока глухо. Засада, как говорится, с яблоней. Не знаю, выживет эта яблоня, не выживет.